Искусство принадлежит народу. Сегодня мы учимся заново постигать нравственную, гражданственную глубину этих слов. Принадлежать народу – это очень непросто и очень ответственно. Спектакль по пьесе Иона Друци «Рыжая кобыла с колокольчиком» на сцене Русского драматического театра имени Чехова. И опять нас собирают вместе. И опять нам показывают какую-то клячу, ведя при этом разговор о красивой лане. Да неужели же, сказали мне ее глаза, на этой земле не осталось больше мужчин? Неужели мы пойдем в землю кормить червей, не сказав, кого мы считали клячей и что почиталось у нас святым? Если хочешь постигнуть суть вещей, останься один, прикрой двери своего жилища и вникни в самого себя. И вам это самое очень нужно? Очень. Зачем? Чтобы сказать себе в свой час последний, что я тоже жил на этой грешной земле. После затяжного периода застоя мы с особой восприимчивостью относимся к каждому искреннему, правдивому проявлению живой человеческой души. Взыскательность подлинного художника, безусловно, обогатила и жизнь коллектива театра. Наше время полемически заострено. Вот она, эта полемика, этот надоевший спор с чиновниками от искусства. Им почему-то очень не хочется, чтобы в зале, где будет проходить обсуждение спектаклей, работала съемочная группа. Вот это все вам так даже не пойдет. Вы поняли? Нет. Можно жить? Можно жить? Все, все. Здесь, в затемненном зале, идет живой разговор об искусстве. Актеры, режиссеры, литераторы, десятки, сотни зрителей, участники этого обсуждения. Несомненно, состоявшиеся премьеры стали событием в культурной жизни столицы Молдавии, следствием происходящих перемен в нашей жизни. А что думает по этому поводу Ион Друц? Как мне хотелось бы сказать, что да, действительно, все свершилось, все сдвинулось с места, все, как говорится, движется на парах, так сказать, к тому обновлению, по которому, думается мне, молдавская культура, что называется, остосковалась и о котором она долго мечтала. Но мне кажется, что в значительной степени наша молдавская культура все еще находится в период ожидания этого обновления. Я бы сказал, что молдавская культура находится сейчас в период раннего сева. Ну, ранние севы всякие бывают. Бывает, что они дают очень большие всходы, быстрые, энергичные. Бывает, что потом приходят запоздалые холода. Пусть на культурной ниве республики поднимаются дружные всходы для всех нас. И доминуют их холода.